С 7 по 12 сентября по распоряжению губернатора Сергея Цивилева в Кузбассе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговые места организуют на открытом воздухе при строгом соблюдении санитарных мер. Место и время проведения ярмарок можно уточнить в администрациях муниципалитетов. На основании распоряжения губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева ярмарочные мероприятия пройдут с 7 по 12 сентября в 20 муниципалитетах. До 7 сентября стартуют первые ярмарки в городе Березовском и Тайга. Завершать будет марафон в городе Мариинске 12 числа. Ну и традиционно областные ярмарки пройдут в 7 муниципалитетах 10 числа в пятницу. Цены на ярмарку будут установлены на 10-15% ниже среднерегиональных. В основном на ярмарках будут представлены кузбасские продукты. Наши фермеры представят как свежее мясо, морепродукты, рыба, овощи. Ну и также к нам всегда приезжают соседних регионов, это Алтай и Хакасия. В этом году самое главное обеспечить население большим запасом продуктов на зимний период. Ну и в этом году особое внимание уделяется овощному, борщевому набору. Это овощам. Картофель, капуста, свекла, морковь.